Да, этот доклад будет не совсем про Vue дизайн. Этот доклад будет в целом про создание голосового приложения. И я на реальном примере расскажу о том, как создать приложение для Google Ассистента или Яндекс Алисы от самой идеи до прям публикации. И рассказывать буду на примере игры, которую мы запустили с коллегами. В нее на данный момент уже сыграло более 10 тысяч раз. Меня зовут Гвай Павел, и я занимаюсь проектированием голосовых интерфейсов в студии мобильной разработки КД. Вообще мы делаем мобильные приложения, и в нашем портфолио есть такие проекты, как Ютейр, Победа, Росевробанк, Blue Orange Bank, Viscas и многие другие. Но у нас есть подразделение, которое занимается только голосовыми приложениями для Яндекс Алисы и Google Ассистента. Собственно, в нем я и работаю. И занимаюсь я этим уже более года. За это время я успел поучаствовать в нескольких реальных проектах, познакомиться с очень многими разработчиками и дизайнерами в этой сфере, в том числе и западной, из США. Успел выступить на многих конференциях, RIF, DroidCon и многих других. И еще я занимаюсь, я основатель стартапа в этой сфере, мы делаем инструмент для дизайнеров голосовых интерфейсов. Начнем с основ, начнем с того, что вообще сейчас происходит. Нам может показаться эта сфера довольно незначительной, и в России, наверное, это так и есть, но на Западе ситуация в корне отличается. Каждый пятый взрослый житель США владеет умной колонкой, а это около 47 миллионов человек. И под Amazon Alexa и Google Ассистент уже сегодня создано более 70 тысяч приложений, которыми люди активно пользуются. Аналитики говорят, что база используемых колонок на конец этого года достигнет 100 миллионов устройств, а объем рынка, что бы это ни значило, достигнет более 7 миллиардов долларов. Но если цифры не убеждают, то есть реальные кейсы. Например, Starbucks запустил свой скилл для Amazon Alexa и скилл по заказу кофе домой. И помимо того, что действительно выросли заказы кофе домой, так про него еще написали во всех возможных СМИ, и это отличный канал для пиара. И, к примеру, Starbucks последовали и другие бренды: Uber, Domino, McDonald's, даже у стирального порошка Tide есть Alexa Skill. И в России, в том числе, Domino и McDonald's, например, в России тоже под Яндекс.Алису сделали свои навыки. И говорят, что голос — это следующая большая технология наравне с тем, что произошло с мобильными приложениями. То есть она станет огромной. И цифры это подтверждают. И начинают наконец-таки появляться какие-то реальные кейсы. Поэтому в сегодняшнем докладе я хочу рассказать вам про то, как вообще в этом мире все устроено, куда это все катится и как это все создается. Начнем с самых-самых основ, что вообще такое голосовое приложение. Правильно говорить — разговорное. Разговорное, потому что это такое приложение, с которым взаимодействие, основной канал взаимодействия строится через разговор. Разговор может быть как устным, голосовым, например, с умной колонкой, так и письменным, вы можете переписываться с Google Ассистентом. И, конечно, у устройства может быть экран, поэтому разговорные приложения, они также еще и графические. Хоть все их называют голосовыми, я их тоже буду называть голосовыми, потому что это просто устоявшийся уже термин. И у них есть одно важное преимущество перед мобильными приложениями. В отличие от мобильных приложений, их не надо скачивать. Чтобы их использовать, их не надо скачивать, их не надо устанавливать. Достаточно знать название, и ассистент его запустит. Это происходит потому, что там просто нечего скачивать. Они все живут в облаке. Распознавание речи живет в облаке. Бизнес-логика находится на веб-хуке и висит в облаке, поэтому скачивать попросту нечего. И это огромный плюс перед мобильными. Немножко история. Все началось с AVR-систем. AVR-система — это, по сути, система записанных голосовых ответов. И она достаточно широко используется, и, возможно, никто не слышал этот термин, но все с ним сталкивались. Когда вы звоните в техподдержку и слышите робота, который говорит: нажмите 1, чтобы попасть там в главное меню, нажмите 2, чтобы узнать подробнее. Вот эта штука — это AVR-система. И их частично можно назвать таким первым поколением голосовых приложений. И почему я вообще о них заговорил? Потому что они нас многому могут научить. Несмотря на то, что они уже как часть истории, но они нас многому учат. По статистике, большинство людей в AVR-системах сразу стараются связаться с оператором. Они не хотят взаимодействовать с этой системой. И происходит это просто из-за плохого UX. Взаимодействие с ней, оно основано на жестких командах.
нажмите 1, нажмите 2, нажмите 0. И это попросту неудобно. И это подводит нас к основному правилу хорошего разговорного приложения. Хочу отдельно выделить хорошего, потому что кто вам судья. Но хорошее разговорное приложение, взаимодействие с ним должно сводиться не на строгих командах «нажмите один, произнесите такое-то слово», а на живом натуральном разговоре, почти таком же, как между людьми. То есть если мы будем делать приложение, например, по заказу пиццы, как делала Домино, то разговор с таким приложением он должен выглядеть не как общение с чат-ботом, где мы пишем какие-то команды, а как звонок в пиццерию, больше походить на него. Конечно, достичь такой же гибкости, как разговор между двумя людьми, у нас не получится, да и многие говорят, что это и не надо, но приложение должно быть достаточно гибким, чтобы с ним было комфортно разговаривать натуральным нам языком. Здесь тоже есть преимущество перед графическими приложениями. Графическому приложению надо учиться пользоваться. Например, у меня бабушка не умеет использовать сайты, но бабушка умеет разговаривать, из колонки бы она что-то смогла заказать. И мы должны использовать это преимущество и подстраиваться под то, как говорят люди, а не учить их говорить с нашим приложением. И перейдем к настоящему, отойдем от AVR-систем, к виртуальным помощникам. Сейчас все крутится, весь голосовой мир крутится вокруг виртуальных помощников. Алиса, Google Ассистент, Amazon Alexa. Вот все эти помощники, под каждый из них можно создать голосовое приложение. У них у всех есть свой магазин приложений, который находится у них, свой внутренний магазин приложений. И эти приложения голосовые. И здесь все устроено почти так же, как в мобильном мире. Только вместо платформы iOS и Android здесь есть Alisa, Google Ассистент и Alexa, тоже своеобразные платформы. И вместо графических приложений здесь, конечно, голосовые. Они также обладают названием, я бы даже сказал именем. И чтобы запустить приложение, мы должны попросить ассистента сделать это. Например, сказать: «Alexa, скажи Старбаксу, что я хочу кофе». И Alexa найдет приложение Starbucks в своем магазине, и дальше она передаст разговор уже ему. Это очень важно понимать, что разговор будет происходить не между Alexa и пользователем, а между пользователем и приложением Starbucks, потому что очень многие в этом путаются и думают, что с ними продолжает говорить все еще ассистент, хотя у приложения может быть даже другой голос. И вот так выглядят магазины приложений. Внешне они напоминают магазины обычных приложений, как App Store или Google Play. И, кстати, правильно говорить не приложение, у каждой платформы почему-то свой термин. У Алисы это навыки, у Alexa это скиллы, у Гугла это экшены. И с точки зрения пользователя приложение не имеет никакой графической части, а выглядит просто как набор диалога. И внешне может показаться, что все это очень просто и все довольно легко, но на самом деле этапы создания таких приложений, они абсолютно такие же, как и у мобильных приложений. Тоже есть дизайн, только здесь дизайн — это не отрисовка экранов, а проработка диалогов. Тоже есть разработка, но здесь она делится на две части — на разработку системы понимания речи и на разработку, ну, какое-то написание логики. Есть также тестирование и, конечно, есть публикация. Здесь все более-менее стандартно. И мы пройдем каждый из этих этапов на примере вот той игры, о которой я говорил. Она запущена под Google Ассистентом, называется «Угадай цену». И в ней, в общем-то, надо угадывать цену. Механика простая. Приложение показывает пользователю карточку с товаром, а он должен угадать, сколько он стоит. И начнем погружение мы с самого первого этапа. После того, как мы определились с идеей, поняли, что пользователям это надо, и вот эта вот вся аналитика прошла, и приступаем к непосредственно созданию. Первый этап — это проектирование. И главная цель здесь — спроектировать взаимодействие между пользователем и нашим приложением. В мобильном мире этот этап называется дизайном. И если дизайнер графических приложений, он рисует карты экранов, он рисует кнопки, формы, цвета подбирает, то голосовой дизайнер, он прорабатывает диалог между пользователем и приложением. Он прорабатывает различные ветки диалога, думает о развилках, о побочных сценариях, выбирает варианты фраз и, в общем, много чего еще. Об этом я расскажу. И само проектирование, оно, конечно, тоже делится на несколько этапов. Это написание примеров диалогов, отрисовка блок-схемы и составление промпт-листов. Начнем по очереди.
Первое, что нам надо сделать, это понять, как вообще будет работать наше приложение и транслировать вот это вот наше видение и понимание на остальных. Особенно если вы аутсорс-компания, то вам надо объяснить заказчику, что вообще он в итоге получит. И здесь есть очень мощный инструмент, называется, собственно, примеры диалогов. Что это такое? Это, по сути, записанный на бумагу разговор между пользователем и приложением, буквально по ролям, как в какой-нибудь пьесе. Для нашей игры он выглядел вот как на экране. Приложение здоровается, рассказывает пользователю о правилах, предлагает сыграть. Он соглашается, тогда мы ему показываем карточку с товаром, и он пытается угадать, сколько оно стоит. И дальше так и продолжается. И, в общем-то, это помогает нам сразу очень быстро понять, как вообще будет работать наше приложение и что вообще оно сможет сделать. Но помимо этого, примеры диалогов, они помогут нам отсеять самую главную ошибку в мире голосовых интерфейсов. И эта ошибка — работа над неправильными сценариями. Сейчас поясню, что я имею в виду. Есть такое простое правило, что если ты не можешь представить, как этот сценарий ты проговариваешь с другим человеком, как ты выполняешь это действие разговором, то над ним работать, наверное, не стоит. И здесь есть очень простая причина. Голос и графика, они существенно отличаются, и не все, что работает на графических интерфейсах, хорошо работает на голосе. И это надо просто учитывать. И здесь есть довольно простой пример. Довольно типичный флоу для почти любого приложения, флоу регистрации. И очень часто его просят тоже сделать. И здесь, например, я не могу представить, как можно зарегистрироваться голосом, как вы будете диктовать умной колонке пароль, большая буква, маленькая буква, цифра, символ, и все это вслух, а если вы не одни. В общем, задумывайтесь о таких моментах, и примеры диалогов помогут вам найти, собственно, такие ошибочные сценарии. Потому что если вы начнете работу над ним, то сначала у вас возникнут с ним проблемы, потому что вы не будете знать, как же все-таки его сделать. Потом возникнут проблемы у ваших пользователей, потому что они не будут понимать, как им пользоваться, потому что это не звучит натурально. И как же нам быстро определить такой проблемный сценарий? Здесь нам помогают примеры диалогов. Мы просто записываем, выбираем любого коллегу, садимся с ним друг напротив друга, он отыгрывает роль ассистента, точнее приложения, вы отыгрываете роль пользователя. И вы с ним по ролям буквально зачитываете диалог, и вам сразу все становится понятно, будет ли это, звучит это, не звучит, будет ли пользователю удобно, интуитивно ли это или нет. А проблема такая будет возникать постоянно. Во-первых, если у вас in-house разработка, то у вас у самих может возникнуть такой соблазн, что у нас уже есть сайт, мы, пожалуйста, просто сконвертируем это в голос, и все будет хорошо. Либо придет заказчик и скажет, вот мобильное приложение, сделайте то же самое, только голосом. Но так делать нельзя, вы как специалист должны быстро находить те сценарии, над которыми работать не стоит, и объяснять почему. И объяснять заказчику, почему действительно вы над ними не будете работать. И примеры диалогов здесь вам помогут. В общем-то, по инструментам здесь подойдет абсолютно любой текстовый редактор, к которому вы привыкли. Здесь вам главное просто записать текст и быть в состоянии его с кем-то зачитать по ролям. Идем дальше. Примеры диалогов — это мощный инструмент, быстрый, дешевый, и они хороши, но они позволяют описать только линейное развитие событий, а разговоры они никогда не линейны. Например, в той же нашей игре с «Угадай цену» пользователь может либо правильно ответить, либо неправильно, и это уже первая развилка. И таких развилок будет возникать постоянно и много. И чтобы не запутаться во всех этих развилках, во всех ветках диалога, вы должны составить блок-схему. Блок-схема — это… По сути, визуализация диалога — это даже не блок-схема. Она состоит всего из двух элементов. Это шаг диалога от лица пользователя и шаг диалога от лица приложения. И они просто следуют друг за другом, и на ней есть какие-то развилки. По сути, это просто карта по нашему приложению. И здесь сразу же возникает еще одна проблема. Блок-схемы, они имеют такое неприятное свойство. Они умеют очень сильно разрастаться, и вроде бы наша карта становится абсолютно нечитабельной и визуально непонятной. Вот на скриншоте кусок блок-схемы как раз-таки из того сценария, где пользователь просто угадывает цену. И здесь у нас есть огромное количество, может возникнуть огромное количество каких-то развилок. Например, что произойдет, если он ответит правильно, а если неправильно? А если у него кончились попытки? А если у нас кончились товары? А если он цену угадал точь-в-точь? А если пропал интернет на этом шаге? А если на том? И вот все это плодит вокруг себя огромную-огромную нечитабельную штуку. И я лично общался, кстати, с дизайнером. Она из США, она работала над серьезным проектом, там
и IVR был, и банк, и скилл, и вот это вот все вместе работало, и она лично видела блок-схему, которая достигла 600 листов, и до конца ее никто не понимал. И когда она туда пришла, она просто ужаснулась. И здесь у меня есть совет, как этого просто не допустить. Она будет разрастаться, но никогда не пытайтесь построить одну большую блок-схему на все приложение. Она будет огромной, она будет громоздкой, и никто, кроме вас, в ней не разберется. Идите от обратного, разбивайте ее на сначала хотя бы сценарии, на какие-то логические части. Там сценарий угадывания цены отдельно, сценарий помощи отдельно. Потом, если будет надо, то разбейте и эти сценарии на какие-то подсценарии. И в итоге у вас получится не одна большая схема, где все непонятно, к чему связано, а много маленьких, читабельных, которые хорошо связаны друг с дружкой. И всем удобно в них ориентироваться. По инструментам. По инструментам нам здесь подойдет, в принципе, любой инструмент, который позволяет построить блок-схему, либо нарисовать. Я раньше использовал Real-Time Board, кто-то использует Draw.io, кто-то другие инструменты, Xmind даже кто-то использует. Но в итоге я решил использовать инструмент собственной разработки, потому что он просто удобнее. Собственно, вот он, кстати, и есть на скриншоте. И он как раз поддерживает и в том числе разделение на вот такие вот подсценарии. Теперь последний артефакт, который мы сформируем за этап проектирования, это промпт-листы. Промпт-лист — это, по сути, список всех тех фраз, которые вообще может произнести наше приложение. И здесь есть одна тонкость. Как я уже говорил, разговор с приложением должен быть гибким и вообще почти как с человеком. И это почти как с человеком — это не только возможность пройти разными ветками, то, что мы делали на блок-схеме, а вообще звучание разговора. Человек никогда не будет отвечать одной и той же фразой, если вы ему будете задавать один и тот же вопрос. Он всегда будет ее перефразировать и говорить как-то иначе. И приложение должно делать то же самое. Поэтому на каждый шаг диалога от лица приложения вы должны писать не один вариант фразы, а хотя бы как минимум 5. И выглядит это… Они вообще почти один в один, но одно и то же, просто другими словами. И по промпт-листам есть еще одна важная вещь. Дизайнеры, общение должно быть не только живым, не только гибким, но и оно должно быть консистентным. Консистентным в плане стиля речи, в плане общего ощущения, как пользователь разговаривает с вашим приложением. Для этого дизайнеры используют такой прием, как создание персонажа. И это очень хороший прием. Когда пользователь с кем-то говорит, например, вы позвонили кому-то по телефону, вы не видите этого человека, но вы подсознательно все равно представляете этого человека внешне. И вы представляете, с кем вы говорите. И когда люди говорят со скиллами, с навыками, то они делают то же самое. Это называется парейдолия. И здесь вы должны сделать того персонажа, от лица которого ваше приложение будет разговаривать с пользователем. Это может быть вымышленный либо реальный человек, но это должен быть тот, кого вы хотите, чтобы ваши пользователи ассоциировали с вашим брендом, с вашим приложением. И это на самом деле отдельная огромная тема. Здесь прорабатывается и внешность, и биография, и характер, юмор. Но хочу просто заострить внимание на том, что по-простому, если делать и не сильно нету времени разрабатывать персонажа, то просто задумайтесь насчет того, чтобы все ваши фразы в ваших промпт-листах были выдержаны в одном стиле. Например, если вы начали обращаться к пользователю на «вы», не обращайтесь в других местах на «ты». Если у вас неформальный стиль общения, придерживайтесь его везде, более-менее. И по инструментам. Обычно используют Excel для этого, ну либо Google таблица. И при таком подходе возникает первый подводный камень, возникают огромные временные потери на абсолютно рутинную работу. Проблема в том, что блок-схема и вот эта вот табличка с фразами в Excel, они с друг другом никак не связаны, и как только вы делаете любые правки, что там, вам приходится вручную это каким-то образом транслировать. И это выливается в то, что вы постоянно сидите и правите одно за другим по очереди, и это занимает много времени. Я, соответственно, использую не Excel, а опять же свой инструмент, потому что там все фразы пишутся прямо в блок-схеме, они закреплены за шагом диалога, и это избавляет вот от такой рутины. Итого, мы прорабатываем таким образом, пишем каждый сценарий, пишем пример диалога, прорабатываем какие-то побочные ветки, сценарии, ошибки, покрываем это блок-схемой, потом работаем над стилем речи и над фразами. И в какой-то момент вы подумаете,
Ну, в принципе, все. Теперь можно, вроде все готово, и можно это все отдать разработчикам, и пора приниматься за разработку. Но в мире голоса это не так. Здесь есть еще один важный этап, и здесь мы должны удостовериться, что мы с вами все сделали правильно, как дизайнер, и приложение будет работать так, как мы хотим. Что все наши фразы, они действительно в одном стиле, что мы покрыли все какие-то побочные ветки, побочные сценарии, что мы обработали все ошибки. И почему я говорю про тестирование? Тестирование на таком раннем этапе для голоса это особенно важно, потому что в мире графических интерфейсов пользователь ограничен тем, что нарисовал дизайнер. Он не зайдет за пределы экрана, он не нажмет ту кнопку, которая в принципе не существует. Он будет тыкать только то, что нарисовал дизайнер. В мире голоса все абсолютно не так, потому что пользователь волен говорить вообще что угодно, и вы совершенно не знаете, как на самом деле он начнет работать с вашим приложением, пока вы это не увидите. И лучше это сделать на раннем этапе, пока не началась дорогая разработка, пока началось только проектирование, чтобы к этому быть готовым. И тестируется это с помощью методологии Wizard of Oz. Она используется и в графических, но реже. В голосе она почти must-have. Wizard of Oz — это такой метод, когда пользователь взаимодействует с системой, думая, что она уже существует на самом деле и работает сама по себе, но на самом деле всем процессом управляете вы. Я сейчас поясню на примере, как это работает. Делается это с помощью интерактивных прототипов. И обычно дизайнеру приходится просить разработчиков сделать им прототип. Но, опять же, я использую свой инструмент, потому что там это делается в один клик, и не надо ждать разработчика, пока он все это сделает. И, в общем-то, вот что нам надо. Нам надо просто прототип. И нам нужен пользователь. И вот что мы делаем. Мы зовем его к себе. В идеале это должен быть человек, который вообще никак не вовлечен в разработку, вообще ничего не знает о вашем приложении. И в идеале это, конечно же, ваш потенциальный пользователь, ваша аудитория. Вы приглашаете его к себе, объясняете, что за приложение, как, что ему надо сделать, как им пользоваться. И, в общем-то, он садится с вами в комнате, вы включаете интерактивный прототип. Дальше он начинает с ним разговаривать. Вы слышите, что он говорит. Прототип не распознает речь, именно вы слышите. И вы выбираете просто вариант ответа, что приложение должно ему ответить на эту фразу. Таким образом, пользователю кажется, если он не видит ваш экран, что приложение действительно работает само по себе, но на самом деле вы просто управляете всем процессом. И вот это вот и есть Wizard of Oz тестирование. И оно поможет вам увидеть, не только услышать, как звучит ваше приложение, но увидеть, что, как действительно люди используют ваше приложение. И здесь гарантированно вы найдете очень много каких-то непокрытых сценариев. Например, в нашей игре, когда я тестировал приложение, я позвал своего друга, и он начал угадывать цену, и он мне говорит, что вот там, я не помню, какая-то мазь, она стоит 5 хат. Я не ожидал, что он скажет 5 хат. Я думал, он будет говорить 500 рублей, 1000 рублей. Он говорил 5 хат, косарь и так далее. Это мелочь, но все-таки она типа вскрылась на вот таком тестировании. Может скрыться что-то еще, может пойти совсем все не так, и люди совсем не так будут пользоваться вашим приложением. Поэтому тестируйте до разработки, пока не поздно, и тестируйте настолько много, пока вы не будете уверены в том, что приложение работает и пользователи пользуются вашим приложением так, как вы ожидаете. И на этом, по сути, этап проектирования заканчивается. У нас есть примеры диалогов на руках, у нас есть блок-схема, по сути, логическое описание работы приложения, и у нас есть промпт-листы, по сути, то, что приложение говорит. Все это мы отдадим разработчикам, и перед тем, как я расскажу про то, как работают разработчики, как они создают эти приложения, я хочу поделиться еще парочкой советов по проектированию. Первый и довольно простой — используйте SSML. SSML — это язык разметки. Он как HTML, только для речи, для голоса. И он позволяет проставить какие-то паузы, выставить уровень эмпатии, проставить ударение, сказать, что надо прочитать по буквам, где надо сделать акцент и так далее. И размеченная речь, она звучит намного лучше, чем просто роботическая. А чем лучше звучит ваше приложение, тем приятнее им будет пользоваться. Поэтому используйте SSML, он не такой уж и сложный. Второй совет. Думайте о моментах, в которые пользователь обращается к вашему приложению за помощью, в которые он использует. Для голоса это особенно важно. Вот, например, он может находиться один в комнате и разговаривать с колонкой, а может, не знаю, ехать в автобусе и разговаривать со смартфоном. И это два принципиально разных
для голосового приложения сценария поведения. И у нас был кейс, когда мы делали, работали над банковским приложением. Там был такой сценарий, что нам надо было зачитать, показать пользователю информацию о его счете. А информация о его счете — это, по сути, приватная информация. И в какой-то момент я задумался: так, если он дома будет разговаривать, то в принципе все нормально. А если он находится в автобусе и спрашивает, он же не знает, что произойдет. И если мы начнем вслух его там, баланс вашей карты столько-то, там на другой карте столько-то, будет просто некрасиво. Поэтому, подумав о таких моментах, вы можете определить, что, например, если он разговаривает со смартфоном, пусть даже голосом, то приватную информацию мы не зачитываем вслух, а просто показываем карточкой. И здесь мы вплотную подошли к последнему совету, и он относится к мультимодальному дизайну. Мультимодальный дизайн — это дизайн под разные поверхности, под разные платформы. Наверное, так будет правильно сказать. Устройства, они в голосе совершенно разные по своей фактуре. В мобильном мире устройства различаются в основном только платформой, размером экрана, каким-то форм-фактором. Здесь все совершенно не так. У колонки, например, вообще нету экрана, только голос. У смартфона есть экран, и его можно тыкать пальцем. У телевизора, например, экран огромный, но к нему вообще никак не прикоснуться. И вы должны понимать, как ваше приложение будет работать на каждой из таких поверхностей. И самый, опять же, простой пример. Пользователь что-то сделал, мы хотим показать ему чек, и зачитывать чек вслух — это будет плохая идея, потому что там очень много информации, и никто ее не запомнит. Голосом информация, сложная информация воспринимается не очень хорошо. Если мы берем, подходим с точки зрения мультимодального дизайна, то мы знаем, что если есть экран, то лучше показать чек. И мы можем вместо того, чтобы его читать, просто сказать «вот он» и действительно его показать. Но если экрана нет, то да, мы действительно вынуждены зачитать какие-то основные положения. На этом проектирование, в принципе, закончено. То, что я рассказал, это самые-самые основы, скажем так, верхушка айсберга. И я собрал очень много материалов по проектированию. В самом конце там будут все ссылки. А теперь мы перейдем к разработке. И разговор о разработке мы начнем с того, что поймем, как вообще схематически работают приложения любые, в принципе, под любую платформу. Это довольно универсальная схема, она работает и для Алисы, и для Алексы, и для Google Ассистента. Когда пользователь просит запустить наше приложение, то ассистент, собственно, это делает и передает контроль, как я говорил, разговором нашему приложению. Дальше пользователь ему что-то говорит, и в наше приложение попадает сырой текст. И этот текст должен пройти обработку системой понимания речи. Мы с командой используем Dialogflow, и дальнейший рассказ будет про него, но структура у него абсолютно такая же, как и у других систем понимания речи. Например, DeepPavlov наша российская, или у Alexa есть другая. В общем-то, система из сырого текста определяет намерение пользователя, он называется интентом, и параметры. Они называются слотами. Эти параметры и пользователю надо сформировать ответ. Ответ может быть сформирован как сразу, если нам не требуется никакой логики и никакой дополнительной информации, либо ответ может быть, либо нам нужна логика, и тогда используется веб-хук. Вся бизнес-логика в голосовых приложениях, она лежит на веб-хуке. Именно с нее делаются какие-то запросы в базу данных, какие-то вызовы API и так далее. И, в общем-то, ответ формируется и передается пользователю. И он может быть либо зачитан, либо показан на экране. Как я говорил, эта схема она универсальна в принципе для любой платформы. И мы перейдем к первому ее звену, к системе понимания человеческой речи. Natural Language Understanding, если на английском. Как я говорил, мы с командой используем Dialogflow. И используем мы его потому, что у него достаточно богатые возможности, он простой в освоении, и мы не очень долго с ним разбирались, плюс там есть хорошая документация и достаточно живая поддержка. Еще из плюсов можно отметить его кроссплатформенность. Он позволяет, хоть и заточен под создание приложений для Google Ассистента, но для Яндекс.Алисы его тоже можно использовать, и даже, по-моему, можно использовать для Amazon Alexa. В том числе можно делать ботов в Telegram и вообще много чего еще. И еще его отдельный плюс
в том, что у него есть открытая API. И это означает то, что вы можете использовать Dialogflow для того, чтобы сделать какое-то голосовое упражнение, управление для вашего сайта или уже существующего, мобильного приложения. И рассмотрим, из чего состоит Dialogflow. И первый компонент — это agent, это по сути сам ваш проект, то есть то, что есть внутри. А внутри у него есть интенты, это намерение пользователя, entity, это по сути объекты данных, и контексты. Если грубо говорить, то это хранилище для информации. И мы пройдемся по всему, но начнем с самого главного и самого основного, это с интентов. Интент — это по сути пользовательское намерение, то есть то, что он хочет делать. И как оно выражается? Оно выражается какими-то фразами пользователя, которые он произносит. Например, в нашей игре пользователь может захотеть узнать правила игры. И как будет выражаться его желание, он нам просто скажет: «Расскажи правила игры, скажи, как играть, помоги мне, я запутался» или что-нибудь в таком духе. Соответственно, мы создаем отдельный интент для правил игры и на вход пишем вот все вот эти вот фразы, которые пользователь может, которые мы ожидаем, что пользователь может произнести. Таких фраз советую писать, по крайней мере, для Dialogflow это правило справедливо, около 10, наверное, более вариантов. В таком случае понимание, распознавание речи будет работать лучше, потому что в Dialogflow используется нейронная сетка, которая принимает вот эти вот 10 фраз на вход и из них генерирует еще кучу других, которые похожи на них. И, в общем-то, чем больше вариантов, тем лучше, но главное не переборщить. И у интента, как я говорил, обязательно должен быть ответ. На любой вопрос пользователя обязательно мы должны чем-то ответить. И этот ответ может быть сформирован как в Dialogflow, без применения какой-то логики. Например, в случае с правилами это просто, грубо говоря, захардкоженный текст, нам не надо лезть в веб-хук. Либо он может потребовать какой-то логики, чтобы ответить, тогда используется веб-хук, и ответ приходит оттуда. И ответ может быть совершенно разный. Как правило, это самый стандартный, это текст. На колонках он озвучивается, на смартфонах он показывается, либо тоже озвучивается. И в зависимости от разных платформ доступны какие-то дополнительные плюшки. Например, для Google Ассистента доступны кнопки, карточки, списки, карусели и прочие какие-то элементы графические. Они будут использоваться не на колонке, они будут использоваться, если человек говорит с Google Ассистентом на смартфоне, либо на телевизоре, либо на каком-то таком устройстве. Для Телеграма свои, в общем-то, под каждую платформу свои графические элементы. И следующий, второй важный момент в Dialogflow компонент — это entities. Как я уже говорил, интент запускается пользователем, когда он что-то говорит. И когда он что-то говорит, он может нам передать какую-то информацию, какие-то параметры. Вот эти параметры, они называются slots. А тип данных, который есть у этих параметров, он называется entities. И вот примеры фраз, которые может сказать пользователь, когда угадывает цену. И здесь у нас есть два параметра — сумма и валюта. И параметры могут быть либо обязательными, либо необязательными. Если он необязательный, как валюта, то ответа 2000 нам будет в принципе достаточно. Мы по умолчанию возьмем рубли. Поэтому валюта необязательна. Но без суммы мы не сможем понять, сколько же он имеет в виду. А пользователь действительно может не ответить на вопрос конкретно. Например, на вопрос «сколько стоит?» он может ответить «много». И поэтому в Dialogflow есть такая штука, как «repromt» называется. Это те слова, которые, та фраза, которая будет произнесена, если пользователь не назвал обязательный параметр. Для каждого параметра она задается отдельно. Для суммы это может быть что-то вроде «назовите там точную сумму, сколько стоит там iPhone X». И, как я уже говорил, у каждого параметра обязательно должен быть тип данных. И этот тип данных здесь называются entities. Они есть стандартные, в Dialogflow их очень много, и это очень спасает. Например, города, имена и так далее. Он сам определит, что есть имя, что есть число, что есть город. Но можно задавать и свои кастомные. Валюта, например, в Dialogflow — это кастомный. Нам пришлось сделать ее самим. И чтобы это сделать, вы просто описываете техническое системное название, которым будете пользоваться, и
наверное, правильно сказать синонимы, которые отвечают вот этому параметру. Для валюты мы понимаем, что валюта — это рубль, это валюта, доллар — это валюта, и евро, например, это тоже валюта. И когда пользователь говорит «евро», то Dialogflow будет подсвечивать, что «ага, это вот ваш параметр». И перейдем к последнему важному элементу Dialogflow. Это контекст, и он достаточно сложный для понимания, пока его не попробуешь. Но постараюсь объяснить. Воспринимайте это слово, по сути, буквально. Контекст — это контекст того, о чем вы говорите с пользователем. И, например, у ассистента можно спросить, там, кто написал Муму? И он ответит нам, что это Тургенев. И потом мы можем спросить ему вдогонку, а когда он родился? Обращу внимание, что мы спрашиваем, а когда он родился? Мы не говорим, кто родился, мы говорим «он». И Google поймет, потому что он помнит, что контекст речи, о ком мы говорим, — это Тургенев. И вот, по сути, контекст — это вот такая вот странная штука. С технической точки зрения это, по сути, хранилище типа ключ значения, в которую можно складывать какую-то информацию. Intent может либо испускать контекст из себя, складывая в него что-то, либо принимать его на вход и доставать какую-то информацию оттуда. Еще у контекста есть время жизни, и оно определяется количеством шагов диалога от его последнего упоминания. То есть, например, через 5 шагов диалога забыть, что мы говорили про Тургенева. Но у контекста есть еще одна важная функция, почему я говорю, что это достаточно трудный элемент. Он может помочь нам разбить приложение на какие-то логические зоны. Например, на авторизованную зону и на неавторизованную зону. Там идет игровая сессия или не идет. И делается таким образом, что интент, который принимает контекст на вход, он не может быть запущен без этого контекста. А значит, что он требует предыдущего запуска какого-то другого интента. И таким образом мы можем логически связывать и строить наше приложение. И по Dialogflow это, в принципе, все. Это были основные элементы. И я упоминал Webhook. Здесь я много про него говорить не буду, потому что Webhook — это есть Webhook. У Dialogflow есть библиотеки под абсолютно разные языки. Мы использовали JS. Единственное, что хочу сказать, что, по крайней мере, для Google Ассистента, для Webhook есть ограничение. Ответ с него должен прийти не позднее, чем через 5 секунд. Иначе выпадет ошибка. И ассистент, и приложение сработает fallback. Для Алисы, по-моему, это число не 5 секунд, а то ли 1,5, то ли 3 секунды, если я не ошибаюсь. И, в общем-то, таким образом и проходит разработка. Мы настроили систему понимания речи, написали webhook, все у нас работает. И время, конечно же, мы запустим QA, и потом рано или поздно настанет время для публикации. И здесь все довольно стандартно, почти то же самое, что и с мобильными приложениями, но есть парочку нюансов. И самый главный — это то, что вы должны обратить отдельное, особое, очень пристальное внимание на название приложения. Пользователь его будет произносить вслух каждый раз, как только будет запускать ваше приложение. И это приводит нам к двум логичным выводам, что, во-первых, оно должно быть простым для произношения, и второе — это то, что оно должно быть простым для распознавания ассистентом, потому что с этим иногда бывают проблемы. И у названий есть два правила. Первое — это то, что нельзя использовать общие фразы. А в Яндекс.Алисе, по-моему, нельзя использовать глаголы вообще. Например, если вы Uber, то вы не можете использовать название «заказ такси», потому что «заказ такси» — это общая фраза, и много кто еще захочет эту фразу использовать. И, конечно, если вы Uber, мы переходим к второму правилу, то вы, наверное, захотите тогда использовать название своей компании. И здесь вы должны быть готовы подтвердить, что вы действительно являетесь этим брендом, что у вас действительно есть права на использование этого названия. И при публикации есть еще такая штука, как фразы, которыми пользователь может запустить приложение. И есть стандартная, например, для Google Ассистента стандартная фраза, которая запускает любое приложение, это «Окей, Google, поговори с…» и название приложения. Но вы можете зайти чуть дальше, и этим можно отлично воспользоваться. Например, опять же, вернемся к Uber. Мы можем сказать «Окей, Google, запусти, поговори с Uber», и он запустит, скажем так, Uber на главном экране, на стартовой точке. Но мы можем сделать так, чтобы мы могли сказать «Окей, Google, скажи Uber забрать меня отсюда и отвезти туда». Таким образом мы сократим пользователю одну итерацию, и он сразу попадет в нужное действие. И это определяется фразами, которыми запускается приложение. Они определяются при публикации.
И они работают некорректно на русском языке, по крайней мере, точно. С английским вроде проблем у нас не возникало. Например, у нас был такой кейс вот с этой игрой, что фраза «давай сыграем в угадай цену» работала, а «давай поиграем» не работала. Разница между «сыграем» и «поиграем» я не знаю, в чем была принципиальная для Google Ассистента. Он распознавал обе фразы корректно, но приложение не работало. В остальном публикация проходит гладко, никаких вопросов не возникает, но если что, поддержка у них очень живая, отвечают очень быстро, и документация при этом хорошая. Хочу отметить, что есть разные виды релизов. Есть продакшн-релиз, это когда приложение, соответственно, попадет в стор. Есть бета-релиз, это для 200 человек. И есть альфа-релиз, это для 20 человек и без прохождения ревью. А, забыл сказать, что если мы публикуем в продакшн, то мы должны обязательно пройти ревью. Вы отправляете, люди из Гугла смотрят вручную, действительно проверяют приложение, как оно работает, и потом отсылают вам фидбэк. Если все хорошо, то приложение публикуется. Если нет, то вам приходит письмо с теми правками, которые вы должны сделать, что в вашем приложении не работает. И на этом, казалось бы, все, но мы говорим про голос. Поэтому здесь есть еще один последний важный момент, и это аналитика. Для голоса она особенно важна, если в мире мобильных приложений в основном аналитика показывает то, где мы скосячили, наши какие-то крыши, наши системные ошибки, то в мире голоса она показывает нам упущенные возможности, то, как люди хотят использовать наше приложение, но мы неправильно подстроились. И это, можно сказать, что обязательный этап, и именно поэтому, я полагаю, в Dialogflow есть тоже стандартные инструменты для анализа приложений. Там есть режим истории. Это, по сути, просто история разговоров с вашим приложением, обезличенная. Есть режим и есть режим обучения. И он достаточно интересный. Он показывает все те фразы, которые ваше приложение распознало, но не было в состоянии обработать. Они показываются вот так вот списком, выглядят, в принципе, вот как на экране. И здесь вы можете видеть, что кто-то отгадывал цену какого-то мотора, и он сказал 4 штуки. Про косари я на тестировании вспомнил, про штуки не вспомнил, поэтому нам надо это починить. И аналитика помогает вам найти вот такие моменты, где вы что-то недоработали. Поэтому обязательно смотрите влоги и обязательно проверяйте потом, что происходит с вашим приложением и что с ним делают пользователи. На этом про голосовые приложения все. Целью данного доклада было показать вам, как устроен этот мир, как вообще люди в нем работают и что вообще происходит с миром, как все создается. И я надеюсь, что у вас появилось хотя бы минимальное понимание. Как я говорил, что все дополнительные материалы, доклад был довольно общим, все дополнительные материалы про разработку, про проектирование, про какую-то бизнесовую часть, они собраны вот за этим QR-кодом. Еще мне можно написать лично везде, где только можно. Twitter, Medium, Telegram, LinkedIn. Или написать на email, но буду рад ответить на ваши вопросы сейчас. Спасибо. Большое спасибо за очень интересный доклад. Сейчас, секунду. Мы хотим поблагодарить тебя как спикера, вручить спасибо. Тебе грамоту, кружечку и вот это вот все. Спасибо. Спасибо. Доклад очень оригинальный. Спасибо. И теперь мы готовы выслушать ваши вопросы. Привет, Паш, спасибо тебе большое. Доклад очень классный. Я, честно сказать, удивлена, что не так много народу, потому что тема ну мега хайповая, и здорово, что вы этим занимаетесь. Скажи, пожалуйста, вот ты сравнивал Google ассистента и Алису. Угу. Почему в этом списке нет Siri кита? Потому что там похожие возможности. И на примере Гугла и Алисы можешь их сравнить по критериям удобства для разработчика, то есть насколько большой API, как это легко интегрировать, и удобство для пользователя, что пользователь получает в итоге. Угу. Первая часть вопроса про Siri. Почему не упоминается Siri? Потому что под Siri нельзя создать скилл, нельзя создать приложение. Там недавно сделали такую штуку, как шорткаты. По-моему, как раз на последней вот их конференции они представили, что Siri Shortcuts, это вроде как-то работает, но как таковых скиллов, вот отдельных приложений и магазина с этими приложениями у Siri пока что нет. И она немножечко отстает в этой гонке, поэтому она не упоминается в докладе. Теперь, что касается сравнения Яндекс Алисы и Google Ассистента с точки зрения что разработчиков, что пользователя. Начнем с разработчиков. С Google Ассистентом работать намного проще. У него
намного больше, в общем, возможностей. И лучшая документация, например, Алиса только недавно, по-моему, научилась показывать картинки, в то время как Google Ассистент это уже умел давно. У Google Ассистента уже налаженная комьюнити, уже там на Stack Overflow куча всего по Google Ассистенту, есть куча документации и на их сайте, и какой-то сторонний. Вокруг создано очень много материалов. Плюс Google Ассистент лучше работает с умным домом. Что касается Яндекс Алисы, например, Dialogflow — это тоже инструмент от Гугла. Создан, но он не создавался изначально как инструмент для Google Ассистента, но тем не менее такой инструмент есть. У Яндекс Алисы, например, нету своей системы обработки речи, понимания речи, и надо использовать какие-то сторонние. С документацией у Алисы тоже все в порядке, и техподдержка, у них в Телеграме очень живой чат. И в целом, ну я думаю, что Яндекс сейчас немножечко отстает, но спустя какое-то время обязательно догонит, потому что ну, мне нравится, что они делают. Здорово, спасибо тебе большое. Спасибо за доклад. Спасибо за доклад. Да, вот на этой конференции много обсуждается вопросов про качество приложений, вот, в частности, про автоматизированное тестирование. Хотелось бы узнать, какие вот нюансы есть вот в плане таких вот приложений, которые, ну, в общем-то, достаточно новое такое направление. Там, как там у них есть там юнит для тестирования, там есть ли какой-то аналог там функционального, там end-to-end тестирования. Вот такой вот вопрос. Угу. Есть юнит тестирования, и оно применяется. Я вот немножечко не упомянул в докладе, но в Dialogflow, по крайней мере, есть проблемы, иногда, и вообще в целом, я думаю, для других систем это тоже справедливо, возникают проблемы с распознаванием речи, что-то где-то некорректно распознается, это 100%, это нормально, что будут какие-то погрешности. И чтобы вот эти вот моменты вовремя отлавливать, то здесь отлично заходит юнит-тестирование. Есть такой инструмент от Bespoken, он сторонний, это вообще сторонняя компания, тоже стартап вот в сфере голоса. И вот есть они для юнит-тестирования, насколько я знаю, для прям end-to-end тестирования тоже что-то был. Честно говоря, мы, наверное, не настолько сильно продвинулись в этой сфере. Я только пока что читал и могу говорить вот в теории про тестирование. Но инструменты такие точно есть. Я периодически вижу новости, как их применять. И, ну, вот пока что не довелось на практике попробовать. Поэтому, да, здесь уже, может быть, не так хорошо развито, как в мире мобильном, но уже начинает развиваться. И с аналитикой, в принципе, то же самое. Я рассказал про стандартную встроенную в Dialogflow, но уже появились инструменты для аналитики вот этих приложений сторонние, которые предоставляют более богатые возможности. Спасибо за доклад. У меня вопрос по поводу мультиязычности приложений. Как это осуществляется вот, на примере вот, например, каких-то приложений? Это, например, если мы говорим о мобильной разработке, то там можно создать какую-то папку с ресурсами отдельную для конкретного языка. А как здесь это осуществляется? Ну да, здесь с этим немножко посложнее. Во-первых, к этому вопросу, наверное, с точек зрения надо подойти. Первый — с точки зрения проектирования и с точки зрения разработки. Начнем с проектирования. Для разных языков могут возникнуть какие-то культурные особенности другие. Особенно, ну вот, например, я говорил там про что в России там люди говорят 500 рублей, там косарь, например, да. А я уверен, на Западе тоже есть свои какие-то жаргонизмы. И в целом люди могут вообще в зависимости от культуры, в которой они находятся, и страны, совершенно по-другому пытаться использовать приложение, потому что здесь они вольны говорить так, как им удобно, и так, как они привыкли это делать. Поэтому здесь, наверное, можно сделать. Есть такая возможность, чтобы можно в тупую как бы просто перевести приложение, но, наверное, это делать неправильно, чисто вот из соображений, что у людей другой культуры могут возникнуть с этим приложением проблемы. Теперь, что касается разработки, с технической стороны вопроса, здесь в Dialogflow есть режим. Все языки, что поддерживает Google Ассистент, можно сделать одно приложение на всех языках. Там есть что-то типа свеча, и по дефолту просто все интенты, которые есть, они дублируются. Их можно, вот, как я говорил, в тупую заполнить текстом, но можно и перестроить структуру вот интентов на другом языке. Потом еще вопрос. Mm-hmm. Можно ли между, вот если мы хочешь написать приложение на несколько платформ, можно ли какую-то логику расшарить между этими платформами как-то?
чтобы не писать, не дублировать. Угу. Ну, опять же, здесь смотря к чему подходить, либо к системе распознавания, ну, понимания речи, либо к какой-то бизнес-логике. Если бизнес-логика, то в принципе да, только единственное, стоит учитывать ограничения платформы, вот то, что я говорил, для Google Ассистента там 5 секунд есть у веб-хука, чтобы ответить, для Алисы это 1.5. И вот веб-хук точно можно переиспользовать. Что касается системы понимания речи, здесь Dialogflow с помощью какого-то Dialogflower, по-моему, называется, действительно можно использовать под Алису. И да, можно тоже эту систему каким-то образом переиспользовать. Не знаю, насколько это хорошая и грамотная идея, но чисто в теории, да, написав, вот используя Dialogflow плюс веб-хук, можно сделать кроссплатформенное прям приложение и под Алису, и в Telegram там, и так далее. Последний вопрос. Вот если вот вы говорили тоже, что нужно создать какое-то название и фразы, на которые как бы реагирует ассистент. То есть, если я, например, вы сейчас создали приложение «Угадай цену», если я захочу написать аналог такого приложения, то в принципе я не могу его написать. Я должен написать «Угадай стоимость» или «Угадай что-то еще», или нельзя такой какой-то аналог. Потому что в том же Google Play, ну, там, введя, например, там, не знаю, переводчик, ты можешь найти кучу переводчиков и выбери любой, который тебе больше всего нравится. Mm-hmm. Да, наверное, просто здесь произойдет, что именно вот «Угадай цену» он занят, и можно вот как аналог, да, подобрать что-то похожее, созвучное, там «Угадай стоимость». Вот, например, Яндекс нам забраковал, мы хотели сделать то же самое под Яндекс Алису, и сделали, и уже отправили на публикацию, и вот нам пришел ответ, что, извините, вы не можете использовать такое название, потому что там используется глагол «угадай». И вот мы как раз пытались придумать альтернативу, но вот… А? Вот, можно и так назвать. Вот. И да, для Гугла придется просто подобрать какую-нибудь «угадай стоимость», какой-то синоним. В принципе, как это делают в Google Play, делают что-то созвучное. Что-то вот такое. И на этом у нас время закончилось. Дальнейшее обсуждение можно перенести в дискашн-зону. Спасибо большое. И тебе сейчас нужно выбрать лучший вопрос из зала и подарить книжку. Мне очень понравился вопрос про языки, потому что он затронул и культурную особенность, и разработки. И вообще это достаточно такой глубокий был вопрос. Поэтому вот. Кто задавал этот вопрос? Вот. Спасибо большое.